Здравствуйте, это игра Клондайк, Клондайк на андроиде. Так, у нас обновление выйдет только завтра, 14 и 22. Будет два острова. Ну, помимо этого, у нас еще один день и 22 часа. Общее дело, общее дело, общий прогресс, хорошее дело. Я вам хочу сказать, что я решила, что пока на новый остров я могу ехать. Ну, не горю желанием, хочу немножко здесь довести до ума. Почему? Потому что на этом острове у нас тут есть лед, а не факт, что он будет на следующем. Поэтому я... Куда пошел? Куда? Да что ж ты такой? Ладно, плохой дядька. Как всегда закосил. Вон, стоят двое, ждут, улыбаются, надеются, верят. А он себе налево. Вот я это и хотела получить. Ну, тут тоже, конечно, неплохо. Тут мне еще два угля для этого надо найти. Вот я решила на старом острове, который уже, в принципе, готов, немножко еще похозяйничать. Понаходить весь уголь и все такое прочее. Так, уголь. 45. И, кстати, там где-то была вот наша ягодка. Я за нее вспомнила. Склероз называется. А где вторая? Ага. Ищите и всегда найдете. Опс. С какой же стороны к тебе поступиться? Это самое уголь. Уголь это хорошо. Уголь это всегда здорово. О, еще, кстати, бочоночек нашли. Так заберем мы сейчас бочоночек, никому не оставим. Даже не надеть. Тихо. Вот это вот ваше обменять, конечно, здорово, но все время так не вовремя. Ну, до угля, короче, может быть, я бы и дошла бы, хотя я уже сомневаюсь. Но возьмем-то мы его в другой раз. Да? Ну да, энергии нет. А тут у нас такое себе. Ну, это тоже, кстати, в этом районе 7. Ладно. Еще раз уточните. Ну, вот совсем немножко, совсем чуть-чуть. Ну, шка решила подкачать денежек. Ну, к тому же еще и уровень скоро должен закончиться. Хотя еще... Ой, еще 60 тысяч. Еще не скоро, скажу я вам. Ну, все равно есть к чему стремиться. Так. Это тут, это сям. Да-да-да, заводики надо поставить. Это они нам намекают изо всех сил. Потому что мы не забываем ставить наши заводики. 1, 2, 3. И подушечку. 4. Так, поехали. Пол. И там еще кто-то появился. Так. Это мы дадим, и это мы дадим. Отлично. Да, я знаю, уровень сейчас не добью, но немножко приблизила. На 7000 уже. Славненько так. Потихоньку, не спеша. Продолжаем наши поиски. Энергии сделали. 3. Ха-ха. Это злая шутка. Что-то я так поняла, что еще долго буду искать. Потом, когда найду, опять нечем будет чистить. Нашла! 45. Есть. Ну и подарочек. А теперь подарочек. Нормально. Вот еще подарочек. Дяденька. Не, в принципе, эти 35, они мне не сильно горят. Но, в принципе, они бы и не помешали бы, конечно. На будущее. Так. А, пилочки можно забрать. Во. Тут что у нас? Экономия энергии. Спасибо, оно мне сейчас как-то так. При том, что у меня энергии нет совсем. Ну что? Что еще не так? А, это они просто... Общий еще не готов. В принципе, отсюда можно было бы уже идти. Или остаться. Я прям растерялась. Так, тут ничего не даете? Нет, говорите, ищите сами. Плохо, что нельзя сделать крупнее. Это вот вдалеке, вдалеке... Надо присмотреться, называется.
куда бы нам пойти? Ох-ох-ох-ох-ох. Сорок. 14. А давайте я в уголочек постепенно пойду чистить. Потом дочищу. У меня тем более сейчас как раз очень печально все, 100 штук только. Пригодится. Ну, а мы с вами видео затягивать не будем. Вот такая сегодня у нас ситуация в игре. И на этом все. Пока-пока.